Если будет вот эта вот охренительная шляпа на кентавра, то я просто обрадуюсь. Ну остановись, сволочь, вернись. Так, 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 арканы есть, так, главное не продать. Мышка, мышка, осторожно, осторожно. Всем привет, чуваки, это Топ Дота. Сегодня мы будем открывать кейски, давно мы их не открывали, тем более давно мы их не открывали на тесте дропе, и посмотрим, что здесь нового. Нового здесь очень много, потому что, говорю же, давно не были, тут уже успелся обновиться логотип, добавились какие-то новые кейсы, их стало, блин, больше. Давайте сейчас посмотрим, что здесь падает в новых кейсах, в старых, что-нибудь покрутим и обязательно что-нибудь разыграем. Если что-то классное я дропну, то, конечно же, у нас будет розыгрыш. Так что ставьте лайк, подписывайтесь, оставляйте комменты, и, можно сказать, вы уже участвуете в розыгрыше шмоток, которых еще нет, потому что я еще ничего не выбил. И надеюсь, что выбивать будет что. Так, что это? Какой-то сет сразу прилетает, и стоит он 83 рубля. Ну, нормально. Так, плюсанули. Не знаю, будем открывать все кейсы подряд, просто в рандомном порядке. Не знаю, что здесь можно придумать. Давайте вот, например, Silver Tasty кейс. ХЗ, что здесь падает? Но вот Battle Fury есть, это уже радует. Надеюсь, она нам и упадет, хотя это, конечно, вряд ли. Так, за 159 рублей, в принципе, я буду рад всему, что стоит хотя бы больше сотки. И... нет. И падает за 71. Ну ладно, спасибо. Так, что здесь есть? Давайте вот новый за 379. Ну, цена какая-то жесткая, конечно, но дроп должен быть соответствующим, поэтому не жлобимся. Может быть, вот бензопила какая-нибудь или даже аркана. Арканы, все арканы есть, господи. Блин, думал докахук. Нет, не повезло. Ладно, 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 не будем пока топить по 379 рублей кейсы открывать. Давайте он лучше топ-дота. Топ-дот, проверенный вариант. Мне писали, что хороший дроп здесь падает, подписчики. Не знаю, может, им просто везло. Может быть, они просто хотели ко мне подлизаться. Вообще без понятия. Мне он выпал какой-то курьер. Давайте, давайте, давайте. Давайте еще раз. Может быть, все-таки хорошее здесь что-то падает. А то как-то не хочется себе плохую репутацию оставлять. Я, конечно, к дропу в кейсе отношения не имею, но хотелось бы, чтобы падало что-то пожестче. Ну, не, вот эта что-то херня какая-то, да, 48 рублей. Ладно, сюда мы еще вернемся. Давайте, может быть, аркану, или не знаю, давайте аркану. Давайте пытаться выбить аркану. Всем нравится аркана, если я выбью ее на розыгрыш, то вы просто расцелуете меня лайками, забросаете, и все будет очень хорошо у нас. А мне только этого и надо. Люблю Лукаса, знаете ли. Нет, это нифига не аркана, это какая-то дичь за 35 рублей, спасибо. Но попробовать стоит еще. Тут же опять все арканы могут падать. Мне хотелось бы, конечно, на Манки Кинга, чтобы посохом всех дубасить. И опять! Опять этот сет за 35 рублей. Вы что, издеваетесь? Ладно, ладно, нафиг. Или, да, блин, хочется вернуться, я не могу. Как-то... Ладно, ладно. Давайте Immortal. Может, Immortal-ки хорошие выпадут. Все-таки цена та же, а шмоток тут, по-моему, даже побольше. И годных тоже хватает. Например, вот башеры. Так, и падает нам. И падает нам какая-то дичь просто. Я даже не хочу знать, сколько она стоит. 20 рублей. Не, еще раз крутим. Я так просто не сдамся. Помню, нам тут диффуза падали в каком-то видосе. Так что, может быть, нам еще раз повезет и снова выбьем те самые диффуза. Нет, нет, какая-то лютая херня за 31 рубль. Как это вообще возможно? 31. Я что-то вообще невезучий, чуваки. Я не знаю, что происходит. Но я так хреново видос еще ни разу не начинал, тем более на тесте дропе. Так, ну тут, конечно, контуз лезет в карман прямо. Нет, не контуз. О, кстати, хекс. Хекс неплохо. Сколько? 256 рублей. Ну, не знаю, продавать или нет. Давайте пока заберем. Если совсем ничего не выпадет хорошего, то разыграем хекс и еще какую-нибудь чаробору. Но, конечно, 256 рублей это не самое серьезное, что может упасть. Так, тут у нас, в принципе, шмоток, как я понимаю, тоже очень много, да. И арканы, опять же, все есть, но что-то нам пока не падает. Что-то нам пока не... Опа! А вот это нормально. Сколько стоит? 448. Ну, это я забираю. Моя реакция, конечно, да. 10 из 10, извините. Как-то слишком уж жестко получилось. Давайте Infernal. Раз уж нам повезло в голде, то может быть в Infernal тоже что-то хорошее дропнется. Пока что я две шмотки подряд так нормально плюсанул. Если тут сейчас выпадет какая-нибудь, не знаю, аркана, то, ну, я буду рад. Нет, это ни хрена не аркана, это 73 рубля. Ладно, еще раз, я не сдаюсь. Я не сдаюсь, я иду до конца. Хотя денег-то у нас что-то уже не так уж много осталось. Я заигрался-то, не заметил. Нет, только не это, дичь, пожалуйста. Блин, как это возможно? 7 рублей, господи Иисусе, за что? Ладно, я продал. Свалю куда-нибудь. Давайте Immortal еще один откроем. Может быть, или... Immortal мы уже открывали, да? А, нет, не с Immortal.
Это не с Immortal нам упало. С Immortal нам вот эта дичь дропнулась. Ну ладно, хорошо. Еще один шанс Immortal кейсу. Пожалуйста, Башер! Нет, какой-то курьер. Кстати, сколько он стоит? Блин, а стоит он 84 рубля. Ну, выглядит, кстати, прикольно. Но я ж, конечно же, скотина, мне дорогие шмотки нужны, меня прикольные вообще не интересуют. Может, Алькор кейс, не знаю, у Алькора вроде бы видосики интересные, может быть, и шмотки хорошие. Войтхаймер там какой-нибудь, Барбов Скади, что-нибудь такое. За 99 рублей все что угодно, тем более там скидка. Не, я даже не хочу смотреть, сколько это стоит. Ладно, я хочу посмотреть, сколько это стоит. Это стоит 12 рублей, кайф. Так, ладно, ладно. Не будем сдаваться, будем кейсы открывать. Например, вот этот серебряный, Silver Tasty кейс. Не знаю, что здесь упадет, серьезно. Тут очень много всего и очень много всего хорошего. И падает, конечно же, какая-то вообще лють. Так, 220 рублей. 220 рублей, это надо, короче, улынить на аркану. Если я сейчас аркану не выбиваю, то... ну, ничего, собственно, не происходит, я просто ее не выбиваю. Ну, мне бы такого, конечно, не хотелось расклада. Ну, пожалуйста, ну что, ну сюда хотя бы докрути, ты скотина, продать. Ладно, короче, чуваки, давайте, знаете, как сделаем? Давайте сейчас хекс продадим, потому что, ну его к черту. Все равно у нас на розыгрыше уже есть, что там у нас есть? Все равно у нас на розыгрыше есть уже какая-то там штука за рублей 500 или что там, Veil Blade, какая-то, в общем, дичь. Поэтому надо еще попробовать что-то выбить. Я предлагаю пооткрывать, может быть, мистикал или... Не, давайте, наверное, рарочку откроем, потому что кейс все-таки новый. Мне кажется, здесь хороший дроп должен быть. На 300 рублей, может быть, что-нибудь нам еще сегодня перепадет. Потому что ролик какой-то короткий получается. Я какой-то невезучий совсем человек. О, 101 рубль, кстати. 101 рубль, это нормально. Но не то, чтобы мы хотели это разыгрывать. Поэтому ладно. Давайте, может... Кстати, сколько у нас денег? 377. Блин, 2 рубля не хватает до Инфернала. Может быть... Давайте Иммортлку. Давай... Нет, или... Ох, как же сложно, черт подери. Давайте Аркану. Все-таки, чтобы была Аркана под конец. Хотя вряд ли она будет на бесплатную, на последний кейс. Если ее не было столько раз уже. Так... Нет, 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 зря только крикнул вам в уши, чуваки, простите. 243 рубля, ладно, еще одна попытка на Аркану, что же делаете вы со мной? Ну, давай, давай какую-нибудь там, не знаю, дешманскую, хотя бы вот эту, ну, остановись, сволочь, нет. 26 рублей, 26 рублей, это совсем не то, что я хотел. Давайте сейчас скрутим бронз тейсти кейс, с него что-нибудь выбиваем. Если с него ничего не падает, то, ну, не знаю, разыгрываем шмотку за 450 рублей. Крутим, мутим, не знаю, хотя бы тот же хекс вернуть, который мы продали, или Войтхаймер, уже было бы неплохо, было бы что-нибудь на розыгрыш. Но нам падает, по-моему, какая-то совсем дичь. Да, какая-то лютейшая просто, ну, не знаю даже, как выразиться, ну, в общем, какая-то срань нам упала. Давайте закину немного бабок через SkinPay, рублей еще 300, потому что я не хочу просто так уходить и не выбить ничего прям, ну, слишком уж годного, какую-нибудь там Арканы, какой-нибудь, не знаю, Иммортлки за косарь. Если этого нет, то, мне кажется, ролик, ну, какой-то неполноценный получается. Поэтому сейчас я через SkinPay пополню немного баланса и продолжим. Так, закинул я еще 3 соточки, не знаю, на что нам хватит, мне кажется, что в этом бронзовом долбанном кейсе можно что-то еще выбить, потому что мы один раз его всего лишь открыли за сегодняшний видос и как-то стороной его минули. Если будет вот эта вот охренительная шляпа на кентавра, то я просто обрадуюсь, ну остановись, сволочь, вернись. Так, аркана есть, так, главное не продать, мышка, осторожно, фух, забрать. Аркана есть, аркана, выбили аркану, и что мы еще выбили, давайте посмотрим, там какая-то херня была за 400 рублей, все время забываю, так, вот она, за 448, у нас сегодня аркана и вот эта херня, то есть две шмотки уже на розыгрыше, у меня еще 284 рубля, господи, я не знаю, может еще что-нибудь выбьем, давайте, блин, какой кейс открыть, давайте мистикалов поубиваем. 89 рублей, это нам где-то 3 кейса хватит открыть, если мы ничего даже продавать не будем. Вот этот сет, конечно, за 2 косаря хотелось бы. Если он выпадет, то я его даже разыгрывать не буду, потому что он слишком классный. Но нет, он не выпал, и Войтхаймер тоже не выпал. Выпала какая-то дичь. Так, ну посмотрим, сейчас покрутим, помутим. Все-таки аркану мы уже выбили под конец на задоначенные со SkinPay деньги, поэтому, в принципе, я доволен. Так, это что такое?
Эдсет какой-то, ну, блин, смотрится прикольно, я не знаю. Ну, за 100 рублей он, наверное, вам не нужен, но я себе оставлю, потому что выглядит он классно. А, так, может быть, Легендри, Рар, я не знаю, у нас сотка с чем-то осталась. Давайте еще топ-дота кейс. Все-таки мы хотели сюда вернуться, потому что два раза крутанули и выбили какую-то херню полнейшую. Надо восстанавливать свой, ну что... Я аж заговорился, потому что уже видел, что летит какая-то херня. Ну ладно, чуваки. Топ-дота кейс сегодня не в духе, поэтому да, лучше не открывайте, а то еще будете мне предъявлять потом. Так, ну вот так как-то мы сегодня покрутили. Я не знаю, что у нас. У нас сегодня аркана, у нас сегодня за 400 с чем-то рублей пушка. Достаточно много мы, в принципе, плюсовали. Еще я запомнил хекс, выпадал. Ну и сетик вот этот прикольный. Не знаю, мне кажется, он даже больше стоит, чем сотка на обычной площадке. Вот так вот покрутили, вот так вот пооткрывали новые кейсы. В Инфернале мне что-то не повезло, хотя дроп здесь, ну, прописан прям хороший. Вот что тут нарисовано, вот Battle Fury тот же, Dragon Claw Hook. Вот это вот дичь. Ну, в общем, очень-очень много всего, не знаю. И всем удачи, до новых встреч, завтра будет новый ролик.